Ренат Гайдзин пишет песни постоянно, а вот поет очень редко. Тем не менее, он решил сделать исключение специально для Динаи, а.к.а. Адами, чьим музыкальным продюсером он является с недавних пор. Он сказал: «Все, что ты хочешь, я тебя поддержу, вперед». Поэтому немножко мне, конечно, стало легче, потому что когда ты ощущаешь поддержку, в любом случае дышится легче и спится легче. Готов не только трек, но и клип на песню «Просто люблю». Есть у нас и эксклюзивная информация о дате выхода видео. Скорее всего, это будет презентация 14 февраля. Ну, не презентация, мы делаем эксклюзив на Гаку. Я не знаю, вы знаете или нет, но мы уже договорились. И, как следует из названия, эта песня будет повествовать исключительно о счастье любить и быть любимым. Очень добрая песня о любви. Нет никаких там расставаний, боли. Это действительно светлая любовь. На этом, кстати говоря, работа Динаи в новом для себя стиле и с новым продюсером не закончена. По плану у нее съемки еще одного клипа. Правда, их она запланировала провести за рубежом. Где именно, не сказала, но пообещала, что будет. Все новые песни, новые мысли, новая стилистика в исполнении. Поэтому я очень надеюсь, что все это понравится народу. А мы напоминаем, что ждать нового клипа на совместную с Ренатом Гайдзиным песню осталось чуть больше недели. Так что не пропустите.